Пошли пообедаем. Yo, taxi! Такси. Это такой, Монти Брюстер, самый богатый человек в мире, я работаю на него. Слушай, ты хочешь стать моим личным шофером на 30 дней? И будешь получать $5000 в неделю. $5000 в неделю наличными. Мне нравится эта страна Америка, нравится. Мистер Брюстер, вы можете за такие деньги получить себе целую кучу лимузинов. Правильно. Слушай, где я могу найти лимузин, ты знаешь? Знаю. Хорошо. Так, ты должен снять для меня 3 самые дорогие машины с водителями, понятно? А ты у нас будешь возглавлять службу транспорта. Эй, я всех приглашаю обедать, я плачу. Эй, не смей фотографировать, я вам личный фотограф. Это свободная страна. Кто тебе это сказал? Ну, за мной все, поехали. Подожди меня. Такси. Как тебя зовут? Мелвин. Мелвин, дай ему, пожалуйста, сразу $5000. Сколько денег. У вас такие прекрасные глаза. Мистер Брюстер, мне сказали, что я должен за 30 дней вести ваши дела. На этом моя служба заканчивается. Куда мы едем? Эй, приятель, да иди ты отсюда. Это Спайк, он мой друг. Мы все вместе. Мне с тобой поговорить нужно.